спортсмен высокого уровня с титулами и с регалиями высокими не значит, что он хороший тренер. Тренер – это отдельная профессия. И не важно, какой, как тренер выглядит. Вот такой тренер – это не значит, что он хороший. И, там, какие-то, да, для себя он добился каких-то результатов. Но тренер – это совершенно разные профессии и спортсмен. Их нельзя путать. Тоже у Грина. Когда говорят, знаешь, тот чемпион, он его готовил. Они уже приходят, к нему уже половина готовая. Они уже там много лет тренируются, их надо подвести правильно. И там какие-то недостатки. Он исправляет эти недостатки, делает хорошую из него форму и выпускает, о, чемпион. Ну, блин, ну возьми дрова, нулевые дрова возьми, накачай дрова, выстави на соревнованиях, и чтобы он выиграл. Вот это тренер.